Сегодня 12 мая 2019 года. Меня все время спрашивают, чем вы питаетесь? Ну, чем питаюсь? Я уж не говорю, как что. Это вот подсушенный хлеб, но он там внутри варенья его подсушенный. Я люблю, чтобы подсушенный был. Это вот манная каша. Это морковь натер. Мелко-мелко на манной каше. Вот яйцо в сметку. Вот это вот большой пирог рыбный. Так, что еще тут показать? А тут у меня отдельно простокваша, отдельно другую. Вот. На столе у меня, ну, тут лук всегда и чеснок. Лук и чеснок. Дальше вот три ягоды. Ягоды тут одного сорта, малина. Вот три сорта тут, вишня, свежемороженая. Ну и вот свежая зелень. А что здесь такое? Чеснок растет у меня свой здесь. А одуванчик. Репей. Большой лист ревеня. Ну и как будто все. Из этого там еще что-то у меня такое было. Зелень мелко порезал и тоже вот употребляю. Ну и хлеб, видите, ватрушки. Да как это так столько? Ну и плюс вот одним просто так покажу в целлофане. Отдельно печеная, это как фольга называется. Я одной рукой все это показываю. Большая красная рыба. Ну да, нет, это не рыба, не красная. Это что-то такое. Вот она с луком. Видно, тут большое. Ну что такое, это сельдь или что, не знаю, но очень вкусная. Ну вот все. Ну и тут что у нас, чай у меня, компот. Компот горячий налил, сварил. И на столе святые поставил. Святые, означающие бессмертие. Экклесиас пишет, засветет миндаль. Миндальная. Это у меня морковь. Все, все, что тут показать. Все. Ну, утром стал первым делом просфоры. Святая вода. И еще вот тут разные фрукты. Даже не знаю, что тут фрукты-то. Какой-то чернослив. Финики. Виноград сушеный. Вот. И грецкий орех. Помаленьку. Всего сейчас занятия будут. Скажут, вот то-то другое там. Ну, если сначала покажи. Показал. Вот морковь у меня лежит вымытая. А здесь чеснок. Мелкий, правда, но все равно. Вполне достаточно. Воскресный день. Повторяю, воскресный день. Вот особенно большой пирог. 40 сантиметров. 35 сантиметров длины. И 22 сантиметра ширины. У меня Надежда Васильевна тут сбоку. Все это готовит. Все, благословен Господь. Тут сухари готовлю. Вот Володя накопил. Опять третий мешок. Там два мешка было. Вот сегодня я закончил. Еще вот подсушиваю все время на двух местах. Это вот так называемые пасхи под этот куличи. Из куличей насушил один почти мешок. Сушу здесь и отправляю. Там потребуется. Все. Тут у меня в запасе есть. Лежит. Да, у вас ничего тут, никакой грязи нет. Все нормально. Отдельно вот это вот у меня, потому что без морковки никуда нельзя. Много за компьютером сижу. Там видно, не знаю, морковка. Хорошая морковка. Отдельно здесь вот это рис, мешок. Рис. Отдельно лущеный горох. Ну и овсянка. Картофель. Ну, картофель еще надо кому. На машине прямо отвозим. Это из Потеряевки все. Благословен Господь. И у меня отдельно еще сварено. Я сейчас не стал. В холодильник поставил мелконькую картошку. Вот такой с ноготок. Варю. Очищаю, потом толку, а в другой кастрюле вермишель и овсянка по такой вот кружке. И отдельно, когда сварится, в эту картошку уже добавляю. И туда растительного масла. Потом, если день молочный, то есть разрешается, тогда и вот у меня простокваша, там целую кастрюлю я взял. Благодарю Бога за все. И кто тут заботится о нас, тоже слава Богу. Тут огурцы свежие, уже не показываю, просто огурцы, много огурцов, свежие огурцы.
мандарины и яблоки свежие. Это у меня отдельно все лежит.